театре всякое бывает. Свой профессиональный праздник, Международный день театра, артисты решили удивить зрителей. На праздничный вечер собрались актеры 4 театров Ивановской области. Перед зрителями они разыграли то, что порой происходит за кулисами. Итак, мы начинаем! Что такое? Все великолепно. Да. Началось все прекрасно. Пришел зритель. Да. Понимаете, все хорошо началось. И вдруг исполнительница главных ролей отказалась играть и уехала. Программа, которую мы составили, так называется, в театре всякое бывает. Потому что, как и на любой работе, бывают всякие казусы. И все они бывают у нас. Вот некоторые из этих казусов мы сегодня решили вынести, так сказать, на суд зрителей, что у нас иногда бывает здесь. И вот программа вся построена вот немножко вот в таком ракурсе, немного облегченной, немного вот с таким вот юмором. В праздничный день артистов театра пришли поздравить почетные гости. Лучших сотрудников, специалистов, которые делают декорации, гримируют актеров, шьют одежду, наградили почетными грамотами. В свою очередь чиновники пообещали, что будут продолжать поддерживать театральные коллективы. В этом году будет повышаться заработная плата работников культуры и наших актеров. Мы отремонтируем планшет сцены драматического театра. Мы создадим театр юного зрителя. Мы будем активно развивать наши непрофессиональные любительские театральные коллективы. Праздничный вечер не обошелся без капустника. Актеры удивляли, чем могли. Артисты областного театра кукол, самого загадочного из театров, сбросили ширму и показали, что за ней происходит. А Евгений Семенов, артист Ивановского драматического театра, предстал перед зрителями в образе Молли. Откровенный театральный Молли. Вы знаете, хотя ладно, хлопать, но только не так. Хлопать. Еще после этого букетик приносит. Такие маленькие засохшие букетики лаванды. Я уже привык. Я давно в театре, уже четверть века считаю. Сейчас, наверное, найдутся люди, да, скажут. Моль так долго не живет, это ненормально, а спектакль 20 лет, это нормально? Нет, это нормально, вы скажите. Он уже сдох, а его до сих пор показывают, это нормально? Нет, ну вы скажите. Нет, сейчас скажут, моль завела, что завела? Но это единственный день, где профессиональный наш праздник, Международный день театра, где мы можем себя почувствовать такими настоящими артистами, хорошее настроение, награждение. И правильно кто-то сказал, не я, а из умных людей, что это единственный праздник, где артисты должны отмечать. Главная интрига вечера – кого же назовут обладателями премии имени народного артиста СССР Льва Раскатова. Имена держались в секрете до последнего. Тайна была раскрыта только под занавес. Лауреатами престижной премии в номинации «За честь, достоинство и верность актерской профессии» стали Екатерина Титова, Владимир Городничев, Кристина Тинякова и Тамара Клевцовская. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.